Здорово, что ж, продолжаем с тобой проходить медиума. Так, надо зарядить руку. Ага, поганки свои зарядили. Так, мы ясно сделаем, что... не та кнопка. Мы сваливали от ужасного монстра. Так. Сейчас она погоня продолжится, нет? Ты какая-то все бледная. Что с тобой? Господи. Где она? Но почему она прячется? Почему? Почему? Да ты уж что, урод, ты на себя видел вообще? Блин. Я убираю. Я умираю. От желания встретить тебя. Узнать тебя. Узнать снаружи и внутри. Так, а... как, тут же нету? Она не уходит ко мне. Такая же, как и все. Тебе плевать! Так должно. Хитренненький костюмчик. Не такая, как все. Что он там бормочет? Почему? Я должен сзади него проходить. Ты меня не видел, ты не меня не видел, ты меня не видел. Есть сохранялочка. Так, мудачок, идите нахуй. Да тебя хоть успею дойти? Ебать их здесь. Блять, у меня уже заканчивается. Фу. Нахуй по съебам. Это еще что, бля, было? Ёбаный ты в рот. Это не Томас ли был? Большинство людей всю жизнь практически не видят наш мир. Счастливчики.
увидел, сбежал, выжил. Ачивка. Всю свою жизнь я заглядывал за грань нашего мира. Уже в детстве я видел такое, что могло сломать взрослого человека. Со временем я привыкла. Это стало для меня нормой. Но это существо было чем-то из ряда вон. Я никогда не видел ничего подобного. Ничего столь голодного. Я запуталась и приехала в Ниву за ответами, а нашла лишь новые вопросы. Что это было за чудовище? Кто такой Томас? И чего он хотел от меня? А ты с кем вообще разговариваешь? Что там за чел-то сидит? Типа эта концовка, она в концовке рассказывает. Марианна! Проснись, пожалуйста. Марианна! Охуела, что вставай, блядь. Бежишь там. Я проснулась, дрожа от холода. Все, чего я хотела, сбежать отсюда. Встать и бежать, пока ноги не подгнутся, пока легкие не лопнут. Но знала, что не могу этого сделать. Это ничего не решило. А кроме того, печаль нуждается в моей помощи. Печалька, да. Из радио носится такая. Что? Is someone there? Здесь кто-нибудь есть? Мэри! Мэри! Анна. Happy. Рады? Sure. Что ты? Okay. В порядке. Sadness? Печаль-то ты? Is that you? Are you okay? С тобой все хорошо? What was that thing? Что это было за существо? Hello? Эй! Найди. Ричарда? Ричард? Ричарда? No, нет, печаль, я ищу человека по имени Томас. Томас. Who's Richard? Кто этот Ричард? Комната отдыха. Комната отдыха. Папа, иди в комнату отдыха. Так, комната отдыха. Are you trying to show me the way? Ты пытаешься меня направить? Я так не думаю, что он пытается меня направить. Я думаю, он пытается тебя убить нахуй. Нам бы посъебам отсюда. По-хорошему. Все, вот сядь на велик и крути педали отсюда. Так, а мне нечем, да? Ну ладно. Я ничего еще не нашел. Ничего абсолютно. Так, лифт все, больше, да, не фурычит. Конечно, сломали весь лифт. Так, комната отдыха, комната отдыха. Это что за комната? Непонятно. Так. Dining room, всем. Всем. Угу. Это вот здесь. Так. Печалька, это ты там все творишь? Комната отдыха. Самое безопасное место для ваших детей. Нива. Ой, блядь, чешется. Там что, дождь начался? Зимой дождь? У меня зима, а там дождь. Типа чё? Ключ, у меня нету ключа.
Так, теперь что? Теперь нам сюда. О, не, нахуй. Нахуй, 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 нахуй. Она постоянно мне снится. То место. Кругом прах и смерть. Мою душу разрывает пустота. Я просыпаюсь от нехватки воздуха. Будто прах прожигает мои легкие. Я молюсь, чтобы это прекратилось. Он говорит, что ничем не помочь. Но что еще от него ожидать? Блять. Хоть бы взяла бы чем. Чё здесь написано? На отдых на природе вместе с семьей. Да, эти лампы мерцают, ужас. Чё, все перестали мерцать? Сейчас опять 350 миллионов загадок. Сначала Томас, потом Ричард. Я сама не поняла, как гоняться за тобой. Что там, ну, по крайней мере, печаль все еще была. Вроде как, живая или что, или здесь. Спрыгнем. Так, там мы не пройдем. Что тут, кровяха? Что это? Господи, он тут повсюду. Майонез, блядь. Майонез, блядь. Кетчуп. Кетчуп. Что это? Странная ты, блядь. Девчина. Бассейн, пиздец, если в него упасть. А, то выбраться можно, да? Типа. Красный вид просто открывается. Хм. На это чё, чё, куда? Непонятно тоже. Милиция? Чё, блядь? Let me be frank. Давайте начнем, что это дело проблемное. Начальство хочет, чтобы его закрыли. Я хочу, чтобы его закрыли. Вы понимаете, насколько ваши показания все усложняют? Товарищ. Да. Я понимаю. Есть вещи, которые нельзя просто закрыть. Они отпечатываются. Они повторяются. Не-не-не, блядь, панчайки нажал. А здесь что у нас? Сиделка. Она это сделала. Она убила их всех. Она была будто одержимая. Вы хотите, чтобы мы занесли это в рапорт? Я сам все видел. Сиделка? Ну как? Почему? Сиделка. Это которая с писакой была? Сиделка.
Так, а еще, наверное, с этого края, да, ничего не. Да, не, вроде бы все. Подожди, подожди, постой. Не хочу торопиться. Точно ничего. Никаких разрывов, ничего. Вроде бы нет. Лишь бы русалки не было, как в Айдей. Чё к чему? Почему эти русалки? Так. Что это? Типа я до самого Тала откатил. Нет, ты все равно посмотри. Назад он не тащит, да? Ладно. Странно. Симулятор бега. Ачивки так и сыпятся. Cover your nose. Даже не нос. Старайся не смотреть на них. Чем раньше закончим, тем раньше уйдем отсюда. Вот я не хотела бы этого чувствовать. Ну, короче, понятно. Кто-то что сейчас ходил, граффити тут рисовал. Кому-то делать же не было. Нечего было. Так, что тут у нас? Любовь моя, хотел бы я набраться смелости отправить это письмо. Кажется, это так просто, бросить его в почтовый ящик. Почему я не могу этого сделать? Но однажды у меня получится, обещаю, люблю тебя всем сердцем. Ф. Ты какой-то... имбецил, что ли? Столько твоих Ф. А чё там? Подожди, постой. Там есть вода. А, нет, да? Обычно в таких штуках там всегда им, героям надо руки туда сувать, чтобы что-то вытащить. А тут, видишь, ничего не надо. Ну и ладно. Хер с тобой. Что это? Фрэнсис, это Ф, это Тофис. Что же мне с тобой делать? После закрытия Нивы ты умолял не увольнять тебя. Говорил, что тебе нужно немного времени. Говорил, что еще мне пригодишься. Но теперь-то я знаю, что ты пользуешься мной как отговоркой. Эти твои письма тоже отговорка. Ни одной из них ты не отправил. Семье все хорошо, господин. Рекович, поеду домой этой весной или летом. Кому ты врешь, Фрэнк? Ладно уж, пока ты тут, я хоть присмотрю за тобой. А то ведь напьешься и замерзнешь в сугробе. Это все, что я могу для тебя сделать. Ох, старина Фрэнк. Жить ты боишься, а умирать не хочешь. Иногда мне стыдно, что я тебя использую. Но так вышло, что я нуждаюсь в любой помощи. Фрэнк. А вот это мне не очень там нравится.
Но я побегу навстречу приключениям. Быть может, я что-то... Чё? А, показалось. Так, тут три... Locked. Заперто. Ага. Смотри, какие стекла огромные. Ты их можешь выбить и пролезть. Ты прикинь. Hey, Marianne. Привет, Марианна. You look like shit. Выглядишь паршиво. Как какаха. Ладно. Но оно здесь неспроста. Еще замок. Сколько этих здесь замков сраных? Are those bolt cutters? Что это, болторез? Он бы мне пригодился, если бы удалось его достать. If only I could reach him. Ну, давай что-нибудь придумаем. Пиу-пиу-пиу-пиу, магия. Не работает? Ну, притягивай там как-нибудь. Так. А? Ого. Печаль. Как ты это? Давай, вот дерьмо. Так, нажмите, удержите, чтобы активировать интуицию. Well, that's my 7 years bad luck. Все, теперь не будет вести. Чё там за хуйня сзади? Там хуйня какая-то. Зачем мне туда идти? Ёбаный в рот. Так, понятно, это вниз не спрыгнуть. Волчок? Мне что, его так закрутить, чтобы он запердолил прям в этот болторез? Это ж как я должен охуенно укрутануть? А, не, все очень просто. Эй, подожди! Быстрее, капуша. У меня есть идея. Проучим эту чудачку. Что ты хочешь сделать? Тут были какие-то дети. И, судя по всему, они были еще теми тварями. А ой, блядь, опять нажал. Извинди, лябрюсь. Ляюсь. Ну, вниз, ну, понятно. Эй, кто-нибудь? Так. Еще игрушка. Ты инспирация не новата. Этот голос. Это собачка печальки. Вау, как она полетела в космос. Что ты там дергаешь? Что? No. Нет, все хорошо. Somewhere. Они где-то тут рядом. I'm sure they're here somewhere. No. Нет. Bernard wouldn't do that. Бернард бы не стал так He's делать. Nice. Он хороший. Опять нас сама собой болтает.
Она чокнутая. Эй! Эй! Не говори мне про нее так. Соткнись, Бернард. И Бернард улетает нахуй. Ачивка. Инфильно понятно. Ну вот же. Танчик ебучий. Тише, она идет. Ребята, ну хватит. Тут темно. Это не смешно. Мне кажется, зря мы все это. Ой, заткнись, Бернард. Ребята. Ох, дети. Бывают такие паршивцами. Да, дети бывают тварями еще те. То есть я круг просто наёмываю такой. What is it? You wanna show me something? Угу. Смотри там, и внизу что-то есть. Дергаем. What the hell? Какого хрена? И так, это позади меня. А это взглянуло на меня. Interesting. Так. Зеркало, типа все наоборот, да? Snowdrop, huh? Снежинка, да? Почему так знакомо звучит? Снежинка, блин. Так, ну по идее все. As I got closer to Когда the mirror, я подошла к зеркалу, I felt a slight tug in my pocket. В моем кармане. I could tell there was more to that figurine. Я поняла, что это просто резное дерево. А что же это? Раз это не резное, надо попить, блин. Сейчас я хлебну. Чуть не разлил. Зеленый клубничный чай. О. Чувствую, как зовет он меня. Сейчас что-нибудь ее как схватит, да как ей затащит. It was the first time that it ever happened. I touched the mirror and crossed over to the other side. Зеркале. Как что это вообще такое? А я думал, фишка игры будет разделенный экран. Что это такое? Нет, нет, пожалуйста, мама. Я туда нахуй не пойду. Оттуда кто-то орет.
пизду. А, нам только туда идти. Ну, блядь. О-о-о-о! Нахуй. Господи, что с тобой произошло? Подожди, я тебя знаю. Ты же тот мальчик, Бернард, так? Он застрял там, как и я. Я знал его имя, но почему-то все равно не могла помочь ему уйти. Как будто какой-то части не хватало. Да, бритвы ему все ебало дальше раскрошить. Изгнать душу Бернарда? Так, что там по времени у нас? Ага, еще все отлично. Там бабочки. Ага, так вот где этот полторез. Так близко, прям так далеко. Так, там, понятно, бабочки полетят. Воу-воу-воу-воу-воу. Все эти люди, их не просто убили, их души были разорваны в клочья, разорваны, так что не собрать. Может, я смогу найти тут, что принадлежит Бернарду. Надо осмотреться. Духом колось. Мне пригодилась эта энергия. Так, а что в зеркале? Я не могу пройти без кошки. Кошка является ключом. Так, а что если мне разрезать и потом быстро... Ну. Я думал, значит, как вылетят. А ни хрена не вылетают. Ладно. Эти маленькие уебаны. Это же твоя вещь, да, Бернард? Давай-ка мы ее тебе вернем. Так. Да, жутковато выглядит комната. Так, Берни, мне жаль, что тебе пришлось через все это пройти. Пора тебе обрести покой, Бернард. Бернард. Спасибо. О, кошка. А,
kinda looks like the one I used to get through the mirror. С помощью которой я прошел сквозь зеркало, ощущается. Но она черная. Нет, блядь. Иди нахуй. Ёбаный. Ебать, как я съебал по-бырому. А у меня есть эта кошка, да? Так. Я чувствую дрожь. Где он? Где ж ты, малышка? А где он? Так, сохранялка пошла. Какого хрена? Как? Я просто могу говорить, эта тварь умела путешествовать между мирами. От нее было не сбежать. Так, вон болторез. Должен же быть способ добраться до него. Ну, блядь, я вообще не знаю, не понимаю. Смотровая. Так, здесь завал, да? Ну, уже сюда этот хуй пошел. Отлично, еще одно зеркало. Locked. Заперта. И ни ключей, ничего, нихуя. Давай, жмякай. Выяснились новые детали. Ситуация куда сложнее, чем мы думали. Нет времени объяснять. Полный отчет будет, когда я вернусь. Доверьтесь мне, товарищ. Прекрасная работа, товарищ. Да пошла ты, да? Жжется, жжется, господи. А, это кто-то там пиздит, да? Так. Страшный рисунок, убивающий всех нахуй. О нет, опять они. Так, это уже куда забавнее. Что они с вами сделали? Зона счастья, как Бернард. Ни имен, ни лиц. Как им помочь? Да я хуй знает, как им помочь. А чё сюда-то нам показывают? А, здесь типа душа одного, да? Ничего, по крайней мере, в этом мире. То есть надо как-то перейти в другой мир. Но остается только это пока путь.
Если есть путь наверх, то надо исследовать низ. Что, еще один рисунок? Что это? Что-то непонятное. Нет, что вы? Стойте! Так. Ага. Я вижу лицо. Но не знаю, что за ним последует. Так, тут вроде ничего. Взять и резко выезжать вниз. Вот она. Вот где он умер. Ему ебало оторвали. Okay. Так, теперь осталось всего имя. Господи. Просто что-то такое. И зеркало. Ну давай. Some sort of a conference room. Какой-то да, зал заседания. Мне пора, скоро начнется голосование. Знаешь, как говорится, не пришел заранее, что-то там где нахуй. Нет, прямо сейчас, я слышу, как они собираются в другом коридоре, в конце тебя. Ага, я сообщу. Это человек. И что? Кто? That's the guy. Херовина какая-то происходит. Смотри, там свет мигает. Блять, что-то мне туда не очень-то хочется. Но хули делать-то? Вход-то один. О, что, есть конопелька? Так, список участников. Имя, которое еще должно быть на этой странице. Но какой из них? Так, Барыка Вальдемар зачеркнуто отсутствует, присутствует. Так, Кухарский Ян присутствует. Лютер Антони зачеркнуто отсутствует. Типа два человека отсутствует. Овчарик смог. Шидло, блять. Вендлох. Вендлох, блядь. Железов. Да. А, и чё? Семь. Ладно. 7 0 5 7 5 9.
О, как они могли посадить меня напротив Бориса? Не плевать, чей племянник. Он ублюдок и шовинист. И всегда опаздывает. Так, 7, 5, 9. 4. 1. Два. Борис. Борис. That's the guy he was talking about. Вот о нем он и говорил. Место номер 9. Okay. So this is так, это место Бориса. А мне нужно то, которое напротив него, да? А напротив него вот это вот. Вот оно. Мужчина, которого я ищу. Вот где он умер. А, четвертое, блядь. Чтобы узнать точно. Все. Узнали, это четвертое. А четвертое это вот. That's it. Николас. Вот он, Никол. Николас. Okay, Nick. Ладно, Ник. Let's get пора тебя освободить. Here. Да господи. Пойди ты в дверь. Иди нахуй. Нет, нет, иди нахуй. Беги! Беги! Нет! Нет, нет! Фу! Нифига, он прям подбежал уже. Эти штуки, они не зря там стоят, он еще здесь появится. Придется мне от него бегать, здесь еще прятаться, шкириться. Так, кто из вас Борис? Пришло время отдохнуть. Ты зашел это, Николас. Николас. Спасибо вам, госпожа. Ладно, теперь твоя очередь. Займемся делом. There we go. Вот так. Так. Так, что у нас здесь? Еще одна открытка. Дорогая, ужасно скучаю. Надеюсь, ты скоро приедешь. Тебе тут понравится. Погода прекрасная, солнышко греет, озеро блестит. Люди очаровательные, очаровательные и мертвые. Все. С любовью, Ф.
Фрэнк. Они все мертвые. Чудесно. Просто. Маньяк какой-то странный. Так, здесь еще одно зеркало. Я так понимаю, надо в зеркало, чтобы пройти. Так, здесь закрыто все. Тоже закрыто. Еще одно зеркало. И тупик, да? Так, нет, мне по-любому сюда. А что здесь у нас? А, здесь по пизде, да, все пошло. Окей. Ползи давай. Давай. Где он? Я его не вижу. Беги. I'm getting close. Даже близко. That woman. Та женщина была здесь. Oh. She was a ballerina? Да, танцевала, блин. This room has guy written all over it in big sloppy letters. Хватит шипеть на меня, милозитка. Vivienne, one of your stars? Ладно, последнюю. Я уже руки не чувствую. Не плевать, я хочу полежать, хочу побыть одна. Валяйся себе.
Vivien? Vivien? Just просто... Vivien? Vivien? No. Нет, наверное, это Probably псевдоним. Just a stage name. The artist, formerly known as Vivien. Ранее известна как Vivien. That name, it's everywhere. Это имя повсюду. But that wasn't the real you. Это не настоящая. Да понятно, yeah. что это не настоящая. This wasn't her brain. Да, это не ее комната. Наверное, это комната ее менеджера. There. Вот That's она, точно. Ее комната. Someone couldn't even let her have her privacy. Он не давал ей, что там... Блин. Страшновато мне сейчас туда идти. This is where it happened. Вот где случилось. Ведь именно тут. Господи, это ее маска. You? What are you? Что ты тут? No! Нет, убирайся. No! Нет, no! нет, нет. No, господи. No, так, скоро будем заканчивать, поэтому сейчас дойдем до контрольной точки по-быстрому. И все. And still no name. Я все еще не знаю, как ее зовут. There's Должно быть хоть что-нибудь. Something. А? Смотрите, эти прыщи всяческие, трупы. Так, ну давай, пойдем в ее комнату. Окей. Okay. Ладно, Let's давай выясним, really кем ты была, Vivien. Так. А, страница вырвана. Не могу прочитать номера. I can't make out the numbers. А что за 5, 8, 9, 6? А, 5, 8, 9, 6. Это что? А чё? Partial numbers. Неполный номер. One of these must Кто из них наверняка был для неё важен. Да вот какой. Какой номер для нее был важен? I guess one of these Думаю, names belongs одно to из этих имен для тебя настоящее. Но какое? But which one is it? Элли Энтори. Сука. Что ж у тебя имен-то столько? Ладно, сейчас мы соединим листок, чтобы понять, куда нам идти. There. Так. A bunch of numbers, some would say. Цифры, мне ещё что не очень важны. Мне же спят? Хорошо. Эх, знаешь, что занят? Yeah, занят тоже. Tomorrow. Да уже завтра. Важный day. День. Yep. Ага. Thanks. Спасибо. Увидимся дома. Kiss them for me, okay? Поцелуй их от меня всех. Not exactly a hotbed of passion. Ты же не слышишь. А это что? Yes. Yeah. Yes, mother. Да, мама, я знаю. I'm doing my я best. Стараюсь изо всех сил. What? Что? No, нет, I'm... я... Well, what about my Вообще-то я тоже много It's работаю. Почему вы всегда you? Говорите только... Don't call me Victoria. Не зови меня Викторией. You know Ты ведь that. Знаешь, что мне... я это ненавижу. That was her given name. Я слышал одно, читая другое. Виктория, так ее нарекли при рождении. Not У нее это имя не было настоящим. Алло. Yes, this is Это Vivien. Room 347. I want to make a complaint. Я хочу стать с жалобу. Приходил мужчина, какой-то сотрудник гостиницы. Если честно, от него пахло водкой. I think I smell vodka on his breath. He... Он... What?
Что это был начальник? You know what? Знаете, что? Мне уже ничего не надо. Спасибо. Well, it's a stressful тяжелая job, работа. Давай позвоним на этот. Oh my God, о, Господи, Элли. Я думал, что ты... Нет, я... Really happy to hear from очень рада you. Тебя слышать. Почему ты не позвонила раньше? Ты звонила, but... но... Юджин, вот же мерзкий ублюдок. Элли, она много для нее значила, чтобы понять, ты нужно быть медиумом. Так, если ты говорила с Элли, это значит... Тори. Это ты. Вот оно, это настоящее имя. Это твое имя. Это made sense, really. A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be. Она себя ощущала Тори? Вау! Ну-ка. Этого сейчас же там нету упыря. Проверить, посмотреть все. Может, что упустил. Угу. Нет, наверное, здесь ничего не было в таких моментах. Так, и обратно. I'm not gonna lie. Не буду врать. Всегда было приятно обернуть свое проклятие во благо. Такие моменты раньше придавали мне сил, но теперь... Я уже ничем не уверена. Сюда, да? Ага. Так. It's okay. Все хорошо, теперь ты свободна, Тори. Тори. Thank you. Спасибо. Thank спасибо. You. Так, и что там, сохранялочку давай. It, молодец, Марианна. Set them away. И проводила. Надеюсь, лучшее место, чем это. Черт, да где угодно лучше, чем здесь. Так. Ох, может, уже дашь мне себя подобрать? Типа... Так не работает. Will you just let me pick you up already? Я хер знает. Как нам его подобрать? Что тут у нас? Господин Рикович ведет себя, мягко говоря, неразумно. Я медсестра, а не няня. Я понимаю, что ему нужен кто-то, кто будет за ней присматривать, но у меня и так много забот. Даже если я брошу все дела, мне все равно нужно заботиться о бедном господине Тарковском.
Я все равно стараюсь изо всех сил. Девочка, хотя бы тихая и обычно держится особняком, но она часто разговаривает со своим воображаемым друзьями. Но я считаю, что это вполне нормально для ребенка ее возраста. Иногда я слышу, как она разыгрывает целые диалоги. И звучит это так, будто говорят два разных человека. Очень одаренная девочка. Видимо, это семейная. Ага. Или просто в небес, блядь. Это место. Это здесь. Здесь все началось. Никогда раньше не чувствовал такой тьмы. Эта тварь побывала там. Там она впервые кого-то убила. Почувствовала вкус смерти. И полюбила его. То есть записка, да? Бедный-бедный мой Тарковский. А что же с тобой случилось? Результаты анализов не указывают на травму мозга или деменцию. Но когда я смотрю в твои грустные глаза, то не могу отделаться от ощущения, что тебя уже нет. Ничего, дорогой мой, я о тебе позабочусь. Я сделаю тебя настолько счастливым. Я сделаю тебя настолько счастливым, насколько смогу. 150 миллиграммов венлафоксина. Это тебя подбодрит. Нихуя ты ему колешь всякую хуйню. Привет, любовь моя. Это твоя любимая сиделка. Ты еще тут? Хотя бы круха сознания. Очень надеюсь, ты тоже почувствуешь. Ебать. Все это. Сиделка? До нее эта тварь добралась в первую очередь. Но почему? Типа нихуя. Да, блядь, слышала это уже все. Так. Здесь есть выход. Ага, болторез. Типа, здесь что у нас? Типа внезапно, да. Да, наконец-то, мать твою. Короче, пора возвращаться в комнату отдыха. Короче. Все, сохрани, короче. На этом все. Давай, счастливо тебе.